Кабачковая икра «Жизнерадостный дьяк». 200 грамм масла подсолнечного и килограмм морквы. Добавил 250 грамм водички, и надо крышечка, чтобы была чуть-чуть закрыта, чтобы оно трошки выкипало, как так скажут. 4 столовых ложки сахара и 2 ложки соли. Еще килограмм лучка. 2 килограмма кабачков. 150 грамм томатной пасты. Добавляем еще сюда перчика. 20 минут и закатываем. Обычная картоплянная толкучка. Это все помять или через блендер. Разогреваем и в банки закатываем. Всем приятного аппетита. И теперь кривенька качечка йде потихеньку за стихарем. Преображенский собор на службу. Так что приятного всем аппетита. Икра, поверьте, я только что попробовал остановка сердца. Это древний жизнерадостный рецепт. Так что передавайте с поколения в поколение зимой в посту великом. Поверьте, ни одно поколение будет счастливо.